теперь у меня 130 здоровья. Когда-нибудь это спасет нам жизнь. Так. В воде что-то есть. А где у нас вода? Так. Кто набрызгал? Блять, вот в этом коридоре точно что-нибудь будет. Больно он какой-то хреновый. Ну я же говорил, я же говорила. Так, давайте подзарядим фонарик. Я думаю, сейчас выключится свет. Да его тут и нету, чему тут выключаться-то? Твою мать. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Сука. Ищи! Ну давай! Блять. Тут даже дети орут неправильно. Чё сейчас за херня наверху? Сука, это плохо кончится, плохо. Плохо кончится. О, сука! О, блядь, иди отсюда, женщина, иди, блядь, иди. Блядь, выпустите меня отсюда. Давай, 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 давай. Фух. Нахер, нахер закрыть эту дверь. Блядь, все, я не хочу знать. Так, как у нас там оружие переключается, мины? Давайте разберемся. Я хочу заминировать эту дверь, чтобы оттуда никакое говно больше не вылезло. Никакое. Так. Действия, предметы. Следующий тип взрывчатки. Это у нас 0. Или оу. Скорее оу. Нет, так не надо. Да что ж такое? Ладно, пусть там мина будет. Так. И что мне тут делать? Ну, возьмем мы, допустим, аптечку. И все, что... А, вот. Опять вентиляция, блядь. Это что там за херня? Очередной измученный сотрудник Армахим, что ли, я не пойму. Блин, дай фонарик. О, скотина. Живой. Альма! Если Феттл найдет ее, источник... О чем это? Что за Альма? Что за источник? Ладно, пошли. Феттл где-то близко. А, так. Ну что? Здоровье у меня полное. Аптечки даже не надо. Ой. Твою мать, ты откуда взялся? Ой, нет, мину. Ну куда я мину кидаю постоянно? Блин, дробовик просто атомный. Так, отступаем. Пусть он спрыгнет сюда, я там мину положил все-таки. Это что было? Я вообще на месте стою, кто с фланга обходит вас? Так, ладно. В данном случае
Дробовик не рулит. Так что... Да что ж ты такое? Да блять, что происходит? Ага, я понял, что взорвалось. Хорошо. Так, кажется, все. Да, неплохой тут замес был, конечно. Да ладно. Ох, как я тебя прям в голову наискосок. Будешь знать. Отлично. Мой дробовик лучше твоего. Так. Ну что, давайте уже убираться отсюда. Они убили Кенни, мерзавцы. Кто уходит? Блин, да где вы? Ох ты, акробат ты какой, охренеть. Еще кто есть? Блин, что-то у вас до хрена стало. Вы не находите, ребят? Ой. Так, все, понял. Блин, давай. Да елки-палки, ну что ж ты косой ты какой. Вот так вот. А он все равно, похоже, поближе был тут. Где? Где? Кто опять? Так, хорошо, сохранимся. Что-то нам прёт. Я даже не знаю, стоит ли мне брать эту винтовку, потому что без неё прекрасно справляемся. Пистолет-пулемёт в закрытых помещениях решает, как дробовик, собственно. Дробовики вообще уважаю. Уважаю дробовики. Так, интересно, сюда ли нам? Видимо, сюда. Давайте туда сходим. Кто-то меня ищет. А, это опять, видимо, два подхода к одному месту. И сейчас будем играть с ними кошки-мышки. Ой. Так, здесь нигде нету моих прелестей. Видимо, нет. Давайте поднимемся наверх. Здесь у нас очередной рабочий, убитый. А, и все, что ли? Так, что здесь? Блин, ненавижу вентиляцию. Особенно, когда фонарик так быстро садится. Блин, ну кто мне объяснит, вот как можно фонарик разряжать, вернее, как может фонарик разряжаться секунд за 20, за 30? По-моему, просто нереалистично, абсолютно. Так, и что мне это дает? Я где-то по вершкам хожу, все. Ну вот тут я бегал, убивал всех. Ой. И чего оно того стоило? Ну, взял я еще гранаток с дистанционным управлением. И что дальше? Куда-то иду все, куда-то двигаюсь. О, да, ради тебя стоило идти, дорогой ты мой. Радость ты какая. Так, кто где? Кто говорил, ищите его? Ну, чё-чё, кто где?
Странно это все. Тихо. Блин, я ни хера не вижу. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай лечись быстрее. Да, на элите хоть с ними стало интересно играть. Это что-то они больно уж поддавались мне. А, все, я понял, где мы находимся. Это мы большой-большой круг сделали. И там, видимо, выход у нас. Это хорошо. Потому что давно уже пора покинуть эти доки, водоочистные станции и все прочее тому подобное. Надоели они мне, но тем не менее. Так, все, там у нас, похоже, выход. Сейчас какая-нибудь финальная заруба будет. И мы уже двинем отсюда. Я правильно понимаю? Или таки нет? Так, обычных гранат у меня нет. Только это странная дистанционная. Так, погоди, а чё? Ну вот отсюда я пришел. Тут у нас тупик. Придется опять вентиляцию. Ага. Хорошо. Ладно, блин. Полчаса прошло. Для вас наверняка полторы-две серии. А мы все... На том же месте мы все так же ищем Пакстона Феттела. Котяра, это мама кошка. Я знаю, вас тут здорово досталось. Вы бы очень пригодились нам в Архиве. Пропала связь с разведгруппой. Начальство требует вызвать еще один отряд. Я не хочу гробить своих ребят почем зря. Слушай, у меня приказ убить Феттела. Как только он будет мертв, телепатическая связь прервется и все его солдаты отключатся. Было бы здорово. Так вот, Феттел сейчас отступает. Сдается мне именно Вармахем. Если у тебя найдется свободный борт, мы сможем убить двух зайцев сразу. Найдется. Все, отлично. Сейчас нас, похоже, будут подбирать. Потому что пора валить отсюда. Пора отсюда валить. Ненавижу воду. Ой, ненавижу. Кто бы знал, как я ненавижу воду. Так, вот скажи мне, 2025 год, они все пользуются пузатыми CRT-мониторами. Какого хера? Или что, у них в стране кризис, что ли? Непонятно. Так, у вас есть сообщения какие-нибудь? Нет? Видимо, нет. Ладно, поднимаемся наверх. Что-то большой подъем какой-то. Ну да ладно. Ты заминировал, я видел. Ты еще заменил. Ладно. Так что... О, хорошо. Блин, у меня уже чутье на такие места. Просто прекрасно. Надевай правильный... Правильное обмундирование, как это назвать, написано. Используй поручни. Хорошо. Так, и что? Контрольная точка, значит, сейчас что-то будет. Скорее всего, что-то сейчас... Да будет. Так, перезарядим пистолет-пулемет.
Это у нас перезаряжено. Дробовик тоже. Хорошо. Ну что ж. Пошли. Вперед. Так, вот наши мины. Тут у нас... Да как я нахрен? Я гранату брал вообще. Так, надо поставить гранату. Вот так вот. Это будет правильным решением, я думаю. Я, в принципе, только гранаты уважаю. Всякие эти мины, дистанционное управление. Оно, конечно, поможет при затяжных перестрелках. Но в основном тут все очень быстро происходит, поэтому... не факт, что оно нужно. Так, я не хочу, честно говоря. Ух ты, блядь. Я зря, по-моему, это сделал. Но, тем не менее, у нас есть обход. И теперь выбора уже нет другого, кроме как идти. Черт, только что пропал сигнал Янковский. Может, вы датчик повреждён? Может. Пожарные уже здесь. Как только они собьют огонь, мы сможем проверить завалы. Окей, тогда не мешай им. И будь готова отправиться в Армахем по первому сигналу. Так, так. Так, ладно. Пойдем в окот. Что нам еще остается? Опять канализация. Я ненавижу канализацию. Крысы. Да я ненавижу крыс. Так. Все атрибуты, короче, хоррора в одном, блять. Ты что за хуй? Тихо. Тихо, тихо. Что-то не особо мне туда охота, но, блин, выбора у нас, похоже, нет. Что это было вообще? Блин, давай, давай. Странные, странные дела у вас тут творятся, ребята. Если не сказать больше. Ну чё, кого-нибудь зацепило, я надеюсь, нет? Судя по всему, нет, конечно. Башка отлетела.